Цветы в преддверии 8 марта – самый востребованный товар. Почему-то считается, что именно на этот праздник женщинам в обязательном порядке нужно дарить цветы. Согласны ли с этим мужчины и сколько они готовы потратить на букеты? Мы спросили у рязанцев. Цветы – желательный подарок на 8 марта. Ну, кто сколько может, столько потратить. У всех по-разному. Ну, цветы, естественно, атрибут обязательный для каждого праздника, что связано с женщиной и девушкой. Вот. Ну, в среднем мужчина, я думаю, не больше 1,5-2 тысяч готов потратить для поздравления любимых своих женщин. Не обязательно. Лучше подарить кольцо. Это смотря сколько любимых женщин. Там можно все потратить. Много. Неважно, насколько дорогим будет букет, важно внимание и ощущение весны, которое дарят цветы. А купить их накануне праздника можно буквально на каждом шагу. На рынках и остановках, в супермаркетах и, конечно же, в специализированных салонах. Сюда покупатели идут один за другим. Заказывают букеты, чтобы забрать их непосредственно в праздник. Покупают цветочные композиции заранее или в подарок коллегам. В общем, флористам приходится не сладко. За день они собирают десятки букетов, а рабочий день превращается в ненормированный. Но даже в такой суматохе они старательно работают над каждой цветочной композицией. Когда я, например, делаю букет, я всегда думаю о том, понравится ли мне этот букет, если мне его преподнесли. И поэтому отношусь всегда трепетно, но я думаю, и мои коллеги также, потому что хочется, чтобы были довольны, мы ради этого и работаем. Особой популярностью в эти дни пользуются тюльпаны и гиацинты. Конечно же, в фаворе всеми любимые розы, хризантемы и астрамелии. Все чаще мужчины заказывают необычные композиции, которые помещаются в шляпные коробки и корзины. Здесь все зависит от желания клиента и суммы, которую он готов потратить. Ну, диапазон очень разбросанный, и это там от одной розы до огромных корзин. Вот сегодня у нас молодой человек забрал огромную корзину, в которой было 77 роз. То есть это достаточно масштабно. Стоит отметить, что в эти дни количество закупаемых цветов возрастает в десятки раз, так что не стоит переживать о том, что в день самого праздника вы не сможете купить букет любимой девушки. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».